Так, сегодня чиним Mercedes ML 320. Проблема с компрессором на воздушной подушке была. Вот это сам компрессор. Вон там внутри, если видите, там шланги. Центральный шланг обычно при большом давлении он находится вот здесь, вот этот вот. Он вылетает. У меня тоже так же получилось. Он вылетел. Просто я его поставил сейчас на место. И машина поднялась без всяких проблем. Что вам надо для этого? Для этого вам нужен ключик на 12. Приподнять, подлезть под машину. Выкрутить кожух. Этот кожух. Его снять, его отсюда. Крепится он здесь на трех клепках. Здесь на болтах. И вот здесь на болту. И сзади есть два болта. Не забудьте их снять, потому что вы не сможете снять. Вот этот болт. И вот там внизу еще один болт. Здесь тоже все на клепках крепится. Так что если вы пойдете в сервис и вам скажут, что это компрессор, сперва снимите, проверьте. Потому что стоимость самого компрессора оригинальный стоит около 500 евро. А подделка 250. Плюс программа и установка. Здесь в Германии они берут где-то 70 евро. В общем, не давайте зря деньги, а проверяйте. Те, у кого есть такой автомобиль. С вами был канал Video Channel. Подписывайтесь. Всем пока. До следующих. Надеюсь, больше таких видео у меня не будет. Там есть всякие разные видео. Можете смотреть. До свидания.